Бат планирует передать Коскосмосу для питания космонавтов, то производители уже этого чудо-напитка поставили более земные цели. Очередное ноу-хау Казахстана – напиток Сельсибиль. Итак, мы проходим в лабораторию и шеф, участок по производству нашего напитка Сельсибиль. Вполне сельсибильность, поэтому мы вот так вот и выглядим. Пойдемте. Новый напиток создан из йода, ведь алматинским ученым удалось раскрыть секрет большого ума. Тайна IQ – это йод. По словам создателей напитка, если употреблять его регулярно, отмечается прилив энергии, бодрость, улучшение сна, настроение, состояние кожи, нормализация кровеносного давления и даже улучшение потенции. И самое главное, напиток из йода лучше любой вакцины справиться с вирусом H1N1. Доказано, что, допустим, очень эффективным средством, допустим, уничтожения вот этих микробов, которые вызывают язвенную болезнь, являются высокие дозировки йодных препаратов. Напиток из йода – отличное средство для всех, кто держит посты. Выпитая с утра бутылочка поможет избежать проблем с желудком, говорят эксперты по питанию. И потому, вот, допустим, в периоды постов, когда, допустим, нарушается режим питания, вот это чревато опасностью обострения вот таких хронических заболеваний, как гастрит и язвенная болезнь желудка. И в отличие от сухого шубата, данный продукт уже выставили на рынок, и не только у нас. Казахстанский напиток из йода произвел фурор в мусульманских странах. Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, страны Персидского залива, а также Россия и Китай. Сейчас готовятся документы для запуска таких заводов в этих странах. Когда мы ее сделали, как кабу, вначале подумали, что-то не очень как-то. А нам все наши друзья, знакомые, кто не видел, им форма нравится. Очень креативная форма. Она никто никогда не перепутает. Помимо сухого шубата и йодосодержащего напитка, казахстанские кулибины и ученые ежегодно разрабатывают новые технологии и продукты. Правда, не каждый ноу-хау получает право на жизнь. А ведь первый советский томограф придумал казахстанский ученый, но советское правительство не обратило на открытие внимания. Даниэр Батырбаев, Индира Ильясова, Мира Сулейменова, Евгений Педро и Ренат Абдулаев. Информбюро 31 канал.